А между тем работников системы социальной защиты снова вспомнили власти города. Хоть и профессиональный праздник уже прошел давно, но в Акимате решили наградить служащих еще раз. Почетные грамоты получили лучшие из лучших. Подробности далее. День социального работника традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. На торжественное мероприятие были приглашены все городские и региональные работники системы социальной защиты. Заместитель акима области наградил активистов почетными грамотами и выразил искренние пожелания. Обеспечение достойной занятости населения области является важнейшим условием развития и реализации потенциала человеческих ресурсов, а также основным средством повышения качества жизни многонационального народа нашей области. За прошедшие годы Карагандинская область добилась определенных результатов в вопросах повышения продуктивной занятости населения, снижения уровней бедности и безработицы. Айне Байсаповне, ваши аплодисменты. День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать немаловажные вопросы. Концертная программа, которая была организована для них, смогла подарить по-настоящему праздничное настроение каждому из гостей. Профессиональным праздником поздравил своих коллег и начальник управления координации занятости и социальных программ по Карагандинской области Арган Искакбеков. Пожелал всего самого наилучшего и отметил важность данной профессии. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия. С праздником, дорогие коллеги! Мероприятие украсила и небольшая выставка, на которой были выставлены работы талантливых детей-воспитанников детского дома. Дана Марат, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.